Хотите получить такой Bluetooth-пульт для вашего телефона бесплатно? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как это сделать. Привет всем, друзья! Сегодня у нас в обзоре будет вот такой вот брелочек в виде такого инструмента плоскогубцев. И там еще разные, вот смотрите, внутри есть какой-то ножичек, там еще что-то. Короче, такой вот небольшой мультитул брелочек. Случайно нашел я его, когда лазил на просторах Алиэкспресса. $91 всего стоит. Очень много заказа, 842 заказа. Отзывы как бы неплохие. Вот, можем почитать отзывы. То есть, как бы решил заказать. Якобы пишут, что очень-очень надежно и качественно сделано. Вот люди постят фотографии. Видите, тут ножик еще есть, там еще какие-то инструментики. Вот еще есть фотографии. Ну, в общем, решил я заказать. Плюс еще, видите, вот в правом верхнем углу у меня такой есть плагин установленный. Вот 4% написано, если я нажимаю. Мы видим, что есть возможность кэшбэка. То есть, при покупке этой штучки я еще 4% суммы себе вернул. Ну, это как бы кэшбэк. Я все собираюсь снять видео насчет этого кэшбэка. Я у себя, кстати, в группе разместил небольшой пост на эту тему, но что-то энтузиазма особого я не заметил. Люди ничего не пишут. Может быть, вам это не интересно. Напишите в комментариях, интересна вам тема кэшбэка, нового официального кэшбэка от Алиэкспресса. Интересна ли вам эта тема? Если интересно, я сниму видео. Расскажу, как это работает, как зарегистрироваться и так далее. Так, а сегодня посылочка вот уже у меня на столе. Сейчас мы ее будем распаковывать и посмотрим, что это за брелочек, как он качественно или некачественно сделан. Итак, вот она, посылочка, маленький такой пакетик. Я сначала не понял, что это такое, а потом прочел вот такие chains, то есть как бы брелок для ключей. Вот она, давайте ее откроем нашим попугайчиком. И смотрим, что нам положил продавец. А все, больше ничего не положил нам продавец. Вот такой вот маленький, аккуратненький чехольчик, прикольненький. Даже есть вот для пояса такое крепление. Ребенку можно на пояс. Это, знаете, ребенок с ножиком. Давайте-ка откроем и посмотрим. Смотрите, какая аккуратненькая маленькая штучка в кулечке. Цепочечка такая, вот видите, тут есть у нас, ага, она даже соединяется, разъединяется. Так, ну цепочка — это такое дело. Давайте посмотрим, что это такое. Так, а как же оно открывается? Не открывается. Ага, оно разворачивается. Разворачивается. Оп, довольно тугенько. Ну, тут видите, как не совсем оно смыкается, конечно, идеально. Так, что у нас тут еще есть? Есть ножичек. Вот такой вот. Есть и отверточка. Есть такая вот якобы как бы пилочка. Напильничек такой. И есть вот это непонятно что, какой-то тупой ножик. Если вы знаете, что это, напишите в комментариях, потому что я не понимаю. Тупой ножик, что это такое? Ну вот как бы в принципе и все, больше здесь ничего нет. Так, эта цепочка меня только раздражает, давайте ее снимем. Конечно, это как бы больше игрушка. Но иногда бывает. Мне вот как-то недавно нужны были маленькие плоскогубцы вытянуть одну штучку. Я искал, не мог найти, бегал, искал большие, большие не влезали. А тут, в принципе, такой вот брелочек. Ну, как подарок, допустим. Маленький так вот влезает на ладони. 5 сантиметров в длину, 3 сантиметра в ширину и в толщину меньше сантиметра. Стоит меньше $2. Кого заинтересовала, ссылочка в описании. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. А теперь о том, как получить такую Bluetooth-кнопочку в подарок. Для этого нужно выполнить 3 простых условия. Первое – поставить лайк под этим видео. Второе – сделать репост этого видео себе на страничку ВКонтакте.
И третье, подписаться на нашу группу ВКонтакте, которая называется AB Channel. Ссылка на группу есть в описании под этим видео. И ровно через неделю при помощи приложения Random я выберу победителя среди подписчиков нашей группы AB Channel.